Здравствуйте, друзья! Меня зовут Письменный Евгений. Я работаю горным гидом, сопровождаю группы по всему миру. Сегодня в студии спортмарафона, видеостудии, я расскажу вам о восхождении, специфике восхождения на гору Казбек. Итак, Казбек. Высота горы 5033 метра, он является одним из пятитысячников Кавказа и также набирает в последнее время все большую и большую популярность среди туристов и альпинистов не только России, но и всего мира. Специфика восхождений на гору заключается в том, что технически, в общем-то, восхождение можно назвать несложным. Иногда его даже сравнивают с восхождением на Эльбрус. Но я бы не сравнивал, потому что восхождение на Эльбрус – это одно, восхождение на гору Казбек – совершенно другое. Я бы сказал, что они абсолютно разные. Побывать нужно и там, и там. И уверен, что вам очень понравится, будет интересно. Итак, восхождение на гору Казбек. Существует несколько вариантов подъема, но самые распространенные из них – это из России с северной стороны и из Грузии с южной стороны. В Грузии, как правило, отдается предпочтение. Почему? Потому что считается, что восхождение немного проще за счет организации логистики и за счет исполнения самого восхождения. Восхождение с северной стороны, оно более продолжительное и отличается тем, что с севера не так развита инфраструктура, вам придется нанести вещи на себе, то есть это классический экспедиционный вариант восхождения на гору. Причем, если вы планируете подниматься на Казбек с северной стороны, заранее вам придется заботиться оформлениями пропусков в пограничную зону. Как правило, гражданам Российской Федерации пропуска делаются в течение 30 дней. И если вы гражданин другого государства, то будьте готовы, что ваше заявление и обработка этого заявления, а также оформление пропусков займет до 60 дней. Итак, оформить пропуска можно несколькими способами. Самый простой из них – это выйти на портал ФСБ, пограничной службы района, заполнить заявление, отправить и ждать, когда вам сообщат, что пропуск готов. Далее можно договориться о том, как забрать пропуск. Скорее всего, и проще всего это можно будет сделать в городе Владикавказ в отделении пограничной службы. И затем, имея пропуска на руках, вы уже можете въезжать в регион Казбека с северной стороны и планировать свое восхождение, совершить восхождение на гору Казбек с северной стороны. Специфика восхождения с южной стороны на гору Казбек заключается в том, что с южной стороны более развита инфраструктура. Вы начинаете экспедицию из поселка, который называется Степан Смидна. Там огромное количество отелей, гестхаусов, где можно остановиться, оттуда же делать радиальные выходы, проходить акклиматизацию и затем уже совершать подъем на гору Казбек. Как именно, расскажу вам немножко позже. Итак, как же добраться до региона Казбека? Если восхождение осуществляется с южной стороны, из Грузии, вы можете прилететь, например, в город Минеральные Воды и оттуда трансфером через границу Верхний Ларс добраться до поселка Степан Смидна. Но многие предпочитают прилетать в Тбилиси и из аэропорта Тбилиси уже непосредственно по территории Грузии добраться до поселка Степан Смидна, откуда, в общем-то, начинается непосредственно восхождение на гору Казбек. Куда именно прилетать, это ваше право, вы можете посмотреть билеты в интернете, билеты, в принципе, в свободной продаже, их довольно много, и для себя выбрать лучший путь, как добраться до региона Казбека. Если мы говорим о прибытии в город Минеральные Воды, то вы должны учесть тот факт, что иногда на границе между Россией и Грузией в Верхнем Ларсе, иногда, особенно это касается летнего периода и начала осеннего сезона,
На границе скапливается большое количество автомобилей, и вы должны быть готовым к тому, что на границе при прохождении пограничного контроля придется провести много времени. Некоторые мои коллеги проводили там по 5-6 часов, стоя в очереди для переезда через границу. В этом отношении прибытие и убытие из аэропорта города Тбилиси намного проще. Вам не нужно переходить границу. Вы прилетаете в аэропорт, через каких-то 2,5-3 часа вы уже в поселке Степан-Сминда. По поводу времени мне нужно уточнить. Ну, по-моему, 3 часа ехать там. Вот. И прибытие в аэропорт города Тбилиси исключает прохождение границы, и вы, соответственно, быстрее доберетесь до поселка Степан-Сминда. К тому же в Тбилиси я рекомендую провести 1 или 2 дня, потому что город безумно красивый. Вы найдете большое количество ресторанов с потрясающей грузинской кухней, и это то место, которое обязательно стоит посетить во время планирования экспедиции на гору Казбек. Вы точно не останетесь равнодушным к кухне, грузинской кухне, грузинскому вину и грузинскому гостеприимству. Ну и город Тбилиси, в нем есть что посмотреть. Мы добираемся с вами до поселка Степан-Сминда, будь то из аэропорта города Минеральные воды или из Тбилиси. В Степан-Сминде вы найдете большое количество гостиниц и гестхаусов, где можно остановиться с разной ценовой категорией. Есть эконом-классы, есть гостиницы высокого уровня, где предлагают достаточно хороший сервис своей ценовой категории. Также некоторые предпочитают остановиться в домашних гостиницах, так сказать, в постоялых дворах, где можно снять комнату или снять место. Такие апартаменты тоже имеют место быть. В общем, здесь размещение на любой вкус. В поселке Степан-Сминда также вы найдете для себя большое количество кафе с различной кухней. Есть рестораны, которые предлагают европейскую кухню. Ну и, естественно, побывать в Грузии и питаться в кафе и ресторанах с европейской кухней, но это кощунство. Поэтому предлагаю вам посещать именно рестораны и кафе, которые предлагают грузинскую кухню, которая вас не оставит равнодушным. Специфика восхождения на гору Казбек. На самом деле Казбек имеет высоту 5033 метра, и он немного ниже Эльбруса, но это не умаляет того, что вам нужно пройти достаточную акклиматизацию. Акклиматизироваться нужно правильно, и нужно уделить особое внимание акклиматизации, потому что высота горы дает о себе знать. Поэтому прежде чем запланировать восхождение на Казбек, вам с севера или с юга, вам нужно обязательно разработать программу акклиматизации. Маршрут восхождения на гору Казбек с северной или с южной стороны, он изобилует большим количеством трещин ледниковых. И эти ледники при восхождении вам нужно будет пересекать. Поэтому вы должны быть достаточно подготовлены технически. То есть с вами, естественно, должны быть ледовые буры. Группа должна быть обеспечена веревками и проходить такие участки в связках. Ну и достаточное количество снаряжения для пересечения ледников, изобилующих трещинами. Ну, естественно, соло восхождение имеет место быть. Я видел ребят, которые совершают одиночное восхождение на Казбек, но учтите, что это может быть опасно. Опять же, из-за большого количества трещин на ледниках, и есть шанс провалиться, и вас никто не найдет. Поэтому лучше всего планировать восхождение на Казбек в группах, где с вашими товарищами вы можете идти в связках и будете контролировать друг друга. Как я уже сказал, особых технических сложностей для восхождения на Казбек по классическому маршруту нету, хотя со стороны Грузии, например, есть несколько маршрутов, которые являются категорийными, и они представляют достаточные технические трудности.
Вот, классический же путь восхождения, он достаточно прост, но иногда это касается особо весеннего и осеннего периода. Выход на вершину представляет собой достаточно крутой ледовый взлет, на котором можно очень легко улететь. Эти моменты нужно учитывать, и при планировании восхождения на Казбек в эти сезоны, еще раз повторюсь, это касается весны и осени, нужно иметь достаточную практику передвижения на кошках и уметь пользоваться ледорубами. В этом году, например, в конце сентября мы вешали перила на вершинную башню. Мы повесили около 200 метров веревки для того, чтобы обеспечить безопасность нашим участникам. Участникам было достаточно стрёмно, страшно идти по ледовой части, по ледовой шапке. Поэтому вешали эти самые перила. Будьте, пожалуйста, к этому готовы. Сезонность восхождения на гору Казбек. Естественно, основным или горячим сезоном является летний период. Будьте готовы к тому, что в летний период вы встретите большое количество людей. Особенно это касается восхождения с южной стороны. Основная часть альпинистов, туристов, они планируют восхождение именно в летний период. Особенно месяцы июль, август и первая половина сентября. Особенности восхождения в летний период. Мне очень часто задают вопросы о погоде. Когда лучше ехать для восхождения на Казбек или на Эльбрус, когда погода устойчивее? Здесь очень сложно сказать, нужно ловить момент. Вот. Дело в том, что и в июле, и в августе, и в июне можно поймать дни с очень плохой погодой, и придется пережидать несколько дней непогоду, сидя в базовом лагере, и погода не позволит вам даже совершить попытку восхождения на гору Казбек. Но нужно отдать должное, что если устанавливается хорошая погода, то шансов совершить восхождение в летний период, наверное, больше, чем, скажем, в межсезонье, когда погода не такая устойчивая, как летом. Но нужно быть готовым к тому, что в летние сезоны на высотах даже до 5000 метров, если портится погода, вы столкнетесь с такой проблемой, как гроза и молнии. Это, наверное, является основной проблемой, когда портится погода при восхождениях на Казбек. Если мы с вами говорим о весеннем или осеннем периоде, грозы, они уже не так часты, но здесь мы сталкиваемся с другой трудностью. Это экстремально низкие температуры, особенно это касается второй половины осени или первой половины весны. И сильные ветра. Вы должны быть к этому готовы, если планируете восхождение в период весны или осени. Возвращаясь к вопросу о трещинах, планируете ли вы восхождение с южной или с северной стороны, вы должны учесть тот факт, что начиная примерно со второй половины июля и заканчивая второй половиной сентября, когда стоит хорошая погода, жаркая погода, открывается большое количество трещин. Вы должны быть к этому готовы. Поэтому восхождение, например, в июне месяце в плане трещин, оно будет несколько выгодней, потому что снежный покров достаточно большой еще, и есть риск, вернее, есть шанс проскочить трещины и риска столкнуться с этими препятствиями будет меньше. Восхождение на Казбек с южной стороны, с грузинской стороны, с поселка Степан-Цминда. Здесь достаточно развитая инфраструктура. Как я уже говорил, можно выбрать для себя удобное проживание в поселке Степан-Цминда, который будет являться первым базовым лагерем. Отсюда можно совершить ряд радиальных восхождений в окрестностях для того, чтобы полюбоваться долиной.
Один из классических вариантов для акклиматизации является подъем на церковь Святой Троицы. Прекрасное место, откуда открывается потрясающий вид на долину. Сама церковь представляет особый интерес, имеет смысл туда зайти, впитать в себя ту энергию древности этой самой церкви. Отсюда же открывается безумно красивый вид на сам Казбек, на его ледовые и снежные склоны. В общем, маршрут достаточно интересный. Плюс восхождение на Казбек с южной стороны заключается также в том, что вы можете для заброски своего восхождения на метеостанцию, которая будет являться вторым базовым лагерем, в которой вы будете жить несколько дней перед восхождением на Казбек, до метеостанции можно нанять лошадей, которые дотащат необходимое снаряжение вам. Это услуга платная. Договориться, найти людей, которые заведуют, так сказать, лошадьми, которые обеспечат вам эту услугу, можно в поселке. Вот. И уже налегке, с легкими рюкзаками, вы можете в трекинговом варианте, так сказать, уже дойти до самой метеостанции. Иногда некоторые восходители планируют промежуточную ночевку между поселком Степан-Цминда и метеостанцией. Эта ночевка находится сразу за перевалом Соберце, на зеленой поляне, возле реки. Некоторые планируют там ночевку для того, чтобы разбить путь на две части, тем самым лучше акклиматизируясь. Ну и тоже это место является безумно красивым. Итак, гора Казбек, восхождение с южной стороны, метеостанция. Она является или служит вторым базовым лагерем, откуда придется совершить ряд акклиматизационных выходов, и отсюда же осуществляется штурм, то есть подъем на вершину Казбека. Высота, на которой располагается метеостанция, примерно 3600 метров, что она из себя представляет. Это на самом деле старая метеостанция, которая сейчас является приютом для туристов и альпинистов, планирующих восхождение на гору Казбек. Остановиться в метеостанции можно, что она из себя представляет. Это ряд комнат, рассчитанных на 6-8 мест. Есть кухня, где можно готовить еду. Вот. Но нужно учесть, что с собой необходимо приносить газовые горелки, газовые баллоны и посуду, в которых готовить еду самостоятельно. Размещение в приюте метеостанции, естественно, платное. И некоторые восходители на Казбек, они планируют размещение не в самой метеостанции, а рядом на территории, размещаются в своих палатках, которые также поднимают с собой с группами. Размещение в своих палатках имеет очевидную выгоду, потому что можно отдохнуть, спокойно выспаться и не бояться того факта, что тебе будут мешать отдыхать своим топотом, разговорами. Я говорю сейчас именно о размещении в метеостанции. Но здесь каждый выбирает, где разместиться по своему желанию. По поводу приготовления питания, уже я сказал, что в метеостанции есть кухня, где можно готовить пищу. Если вы размещаетесь в палатках, как правило, такие туристы готовят еду на улице, но в летние дни это на самом деле прелесть, когда светит солнышко, например, тепло, и еду готовить на улице намного приятнее. Ну, что касается плохой погоды, если на улице стоит плохая погода, вас, естественно, никто не выгонит, можно зайти и готовить еду на кухне именно в самой метеостанции. Проживая на метеостанции, имеет смысл сделать несколько акклиматизационных выходов с набором высоты.
перед штурмом вершины. Дальше все зависит от той программы, которой вы следуете. Некоторые восходители перед штурмовым днем оставляют день отдыха для себя, для того, чтобы восстановиться и отдохнуть перед самим восхождением. Некоторые после акклиматизационного дня планируют штурмовой выход и совершают или планируют восхождение на гору Казбек. Некоторые восходители перед штурмом делают еще один промежуточный лагерь, который располагается на леднике на высоте примерно 4100 метров, а именно лагерь располагают на ледниковом плато. Преимущество расположения или организации такого лагеря заключается в том, что вы экономите время. Дело в том, что если вы планируете штурм из метеостанции до вершины, то день он достаточно длинный. Вам предстоит преодолеть около 7-9 часов в одну сторону для подъема на вершину. Если же вы делаете или организовываете промежуточный лагерь на высоте 4100-4200 метров, вы сокращаете время восхождения примерно на 3-4 часа. И в этот же день, я имею в виду, если организовать лагерь на леднике, в этот же день после восхождения вы можете спуститься обратно в метеостанцию и дальше уже планировать либо спуск в Степан-Сминду, либо оставаться в самой метеостанции. Но, как правило, восходители остаются в метеостанции, потому что восхождение на Казбек – это достаточно утомительное, долгое мероприятие. И люди, как правило, устают после дня восхождения. Но некоторые альпинисты, они планируют спуск вниз. Что касается восхождения, классического восхождения с северной стороны, как уже сказал, там нет такой развитой инфраструктуры, и все вещи вам придется тащить, поднимать на себе. Это исключительно экспедиционный вариант. Вам придется по пути к вершине выставлять несколько лагерей на разных высотах. И в зависимости от подготовки группы, в зависимости от вашей программы, вы можете планировать расставление лагерей или организацию лагерей на разных высотах, но акклиматизацию нужно обязательно проходить и учитывать этот факт. Причем в свое время, когда я со своими друзьями совершал восхождение с северной стороны, мы для акклиматизации запланировали восхождение на вершину, которая находится непосредственно напротив Казбека, вершина Шаухо, несложное гребневое восхождение, но включили некое разнообразие в свою программу для того, чтобы вот полюбоваться окрестностями и самим Казбеком с этой самой вершины. Одно из преимуществ или, например, достопримечательностей северной стороны – это горячие нарзанные ванны, в которых можно купаться, можно париться до восхождения или особенно после восхождения. Очень приятно принять эти ванны, полежать в горячем нарзане и расслабиться после вот таких вот трудовых будней. Проживать нужно все время в палатках. Верхний лагерь располагается на Казбекском плато на высоте примерно 4100-4200 метров. И оттуда уже совершается штурм на вершину Казбека. В одном месте пути пересекаются восходители с юга и севера, и далее путь проходит одинаковый, сначала с выходом на седловину Казбека и затем вершину. Спуск, как правило, по пути подъема. Совершить восхождение с юга, спуститься на север, так называемый траверс, или наоборот, подняться с северной стороны, а спуститься на юг, на грузинскую сторону, невозможно. Почему? Потому что существуют трудности с пересечением границы. То есть границу вы должны проходить в специально организованных местах. В данном случае мы говорим о Верхнем Ларсе. Организация питания при восхождении на гору Казбек. Как это сделать? Где купить продукты? Какие продукты использовать?
Если вы планируете восхождение с южной стороны и пребываете в Тбилиси, имеет смысл закупить основную часть продуктов в супермаркетах города Тбилиси. В супермаркетах вы найдете практически все, что нужно для организации питания во время экспедиции. Так как с южной стороны достаточно хорошо организована инфраструктура, вам не нужно закупать продукты для питания, например, в Степанце-Минде. Питаться имеет смысл в кафе и в ресторанах. Итак, закупаем основную часть продуктов в Тбилиси в супермаркете и докупку продуктов организуем уже непосредственно в Степанце-Минде, в магазинах, которых там не так много, но они есть. Речь идет, например, о скоропортящихся продуктах. Например, можно купить хлеб, можно купить копченую курицу, можно купить какие-то виды колбас, можно купить пироги, и имеет смысл их покупать. И в течение 2 дней вы, в принципе, будете питаться свежими продуктами, купленными в Степанце-Минде. Что касается восхождения с северной стороны, если вы прибываете в аэропорт города Минеральные Воды, закупиться продуктами можно по дороге к границе. Это можно сделать либо в Пятигорске, можно заехать в город Нальчик, который лежит, правда, несколько в стороне от основной дороги, но если сделать небольшой крюк, можно заехать на рынок в город Нальчик и закупиться продуктами там. И уже со своими продуктами приезжать непосредственно к базовому лагерю Казбека с северной стороны. Итак, восхождение на Казбек с южной стороны, проживание на метеостанции уже входит в стоимость, если вы покупаете, а организация питания полностью ложится на ваши плечи. То есть вам нужно озадачиться этим вопросом самостоятельно. Иногда на метеостанции вы найдете поваров, которые работают на коммерческие группы. Но эти повара, как правило, очень заняты, и заниматься организацией питания для вашей отдельной группы, как правило, им некогда. Поэтому нужно заранее озаботиться вопросом питания и закупкой продуктов. То же самое касается вопроса о обеспечении газом группы, да, и, соответственно, вы должны иметь с собой горелки для того, чтобы уметь организовать питание самостоятельно, для того, чтобы приготовить себе еду самостоятельно. Если вы планируете прибытие на самолете в один из аэропортов, то будьте готовы к тому, что газовые баллоны в самолетах перевозить нельзя даже в багаже. То есть имеет смысл закупать газовые баллоны, например, в Москве или в Санкт-Петербурге, если вы планируете прибытие в Минеральные Воды, во Владикавказ или в Нальчик, наземным транспортом, будь то поезд, будь то автобус. Но если вы прилетаете самолетами, вам нужно будет озаботиться покупкой газовых баллонов на месте. Если речь идет о аэропорте Минеральные Воды, то в городе Пятигорск имеет смысл заехать в специализированные магазины, которых несколько. Вот. И там купить для группы, для себя газовые баллоны для того, чтобы готовить еду на горе. Если речь идет о прибытии в аэропорт города Тбилиси, газовые баллоны можно будет закупить в поселке Степанце-Минда. Там есть несколько магазинов, прокатов, в которых эти газовые баллоны продаются. Переходим к вопросу о снаряжении. Какое же снаряжение нужно для того, чтобы совершить восхождение на Казбек? Сначала разберем вопрос, где это снаряжение взять, вот, есть ли прокатные пункты, и что именно лучше взять, а что лучше с собой привезти. Итак, если вы прибываете в Тбилиси, и из Тбилиси добираетесь до поселка Степанце-Минда. В Степанце-Минде есть несколько прокатов, где вы найдете для себя практически все необходимое для восхождения на гору Казбек. Если вы прилетаете в аэропорт города Минеральные Воды, то по дороге в городе Пятигорск также можно посетить
посетить профильные магазины, где можно докупить недостающее снаряжение. Что касается списка снаряжения и снаряжения вообще для восхождения на Казбек, этому будет посвящен отдельный ролик, где я подробно расскажу, какую одежду, какую обувь и какое техническое снаряжение необходимо для того, чтобы совершить восхождение на гору Казбек с северной или с южной стороны по классическим маршрутам. Перед планированием восхождения на Казбек вы должны обязательно зарегистрироваться в спасательных службах. Если вы планируете восхождение с юга, то с грузинской стороны в поселке Степан-Смида есть спасательная служба, куда вы должны перед подъемом на метеостанцию обязательно зайти, зарегистрировать группу, оставить свои данные, оставить свои контакты и обозначить контрольный срок, то есть срок, к которому вы должны спуститься с восхождения. Если речь идет о восхождении с северной стороны, вы должны зарегистрироваться в спасательной службе города Владикавказ, где также обязаны оставить свои данные, оставить свои контакты, полностью всю информацию о группе, и также назначается контрольный срок, с которого по окончанию экспедиции вы должны обязательно сняться, позвонив оперативному дежурному. Если вы имеете достаточный опыт горовосхождений, если вы обладаете достаточным количеством навыков горовосхождений, вы, в принципе, готовы совершить восхождение на Казбек с южной или северной стороны самостоятельно, тем более, если у вас уже есть схоженная группа, имеет смысл планировать восхождение самостоятельно. Если такого опыта и таких навыков нет, то я рекомендую, настоятельно рекомендую воспользоваться услугами гидов. Сейчас на рынке, аутдор-рынке, представлено достаточное количество компаний, которые предлагают свои услуги для восхождения на Казбек. Они могут организовать логистику, могут обеспечить группу гидом. Вы можете записаться в такие группы и, соответственно, планировать свое восхождение на горе. Вам ни о чем не нужно будет думать, только о физической подготовке для горы, каких-то технических моментов, и эти технические моменты, как правило, для новичков рассказываются в составе группы гидами, которые сопровождают группу. Если речь идет о восхождении на Казбек с юга, то рынок представлен большим количеством грузинских компаний, которые предлагают вот свои услуги. Это локальные компании, у них есть свои плюсы в этом вопросе. Но также на российском рынке вы можете найти большое количество предложений от российских туроператоров, которые также имеют некие свои плюсы при организации восхождения с южной стороны. Если речь идет о восхождении с севера, здесь также рынок представляет не такое большое количество компаний, но все же они есть. И также можете выбрать для себя компанию, с которой вы бы совершили восхождение на Казбек с северной стороны. Ценовой диапазон при покупке тура на Казбек с северной и с южной стороны, он различный, но варьирует в зависимости от того, какие услуги включены или не включены в стоимость программы. Настоятельно рекомендую вам прежде обратить внимание на эти самые услуги, потому что зачастую люди, которые приезжают к нам, они бросаются сразу на сладкую, так сказать, стоимость программы, не обращая внимания на услуги, которые не включены или вынесены за скобку этой самой программы. И приезжая на место, их настигает разочарование в плане того, что нужно переплачивать за эти самые дополнительные услуги. Поэтому, пожалуйста, при выборе тура внимательно ознакомьтесь, что включено, а что не включено в стоимость программы, чтобы для вас не явилось сюрпризом некоторые моменты, вынесенные за скобки коммерческих предложений.
Как и где пройти акклиматизацию при восхождении на Казбек? Иногда, кстати, Казбек включают как акклиматизационный подъем перед восхождением на Эльбрус. Это очень интересная программа. И в связке в одну программу проходят две горы. Сначала планируют штурм Казбека, а затем группы переезжают на Эльбрус, где у них сложена короткая программа. Акклиматизируясь на Казбеке, группе нужно затем переехать на Эльбрус и просто сходить на горы. Что касается Казбека, то акклиматизация проходится на месте. Если говорить о восхождении с грузинской стороны, то акклиматизационную программу можно придумать на месте. Там есть ряд очень интересных радиальных выходов. Эти выходы, они видовые, как правило, позволяют набрать достаточное количество высоты для дальнейшего восхождения на Казбек. Если мы говорим о восхождении с северной стороны, то также каждая группа под себя разрабатывает акклиматизационную программу индивидуально. Это зависит все от опыта участников группы и от планов, которые преследует группа на восхождении. Я, например, со своей группой планировал и осуществлял восхождение перед Казбеком на гору, которая называется Шаухох. Она меньшая по высоте, но позволила нам, во-первых, акклиматизироваться, и, во-вторых, лучше ознакомиться с районом, потому что с вершины этой горы открываются прекрасные виды на регион Северного Приказбечья, если так можно сказать. И опять же, прекрасная панорама на гору Казбек. Сейчас хотел бы посвятить тему людям, которые просто лежали на диване, посмотрели по кабельному телевидению, по кабельному каналу или где-то еще красивый фильм о Казбеке, щелкнули пальцем, собрались в течение суток совершить восхождение на Казбек, купили билет, а потом начали искать компанию. Я вам рекомендую, съешьте свой билет на самолет сразу же. Дело в том, что без физической подготовки на Казбеке делать нечего. Это будет просто потраченные впустую деньги. Это раз. Во-вторых, это будут трудности, которые вы будете представлять и для группы, и для гида, если в составе группы или группа будет сопровождать гид. Хотя бы минимальная физическая подготовка нужна, поэтому озаботьтесь, пожалуйста, этим вопросом. Итак, какой же маршрут выбрать для восхождения на Казбек? С севера, с российской стороны, или с юга, с грузинской стороны? Какой лучше? Так задают мне вопрос мои участники. Я вам хочу сказать, что это абсолютно два разных маршрута. Нельзя сказать, что один лучше, другой хуже. Они просто разные. С юга развитая инфраструктура, с севера это абсолютно экспедиционный вариант. Какой лучше, решать вам. Но в любом случае восхождение на Казбек, программа восхождения на Казбек не оставит равнодушным ни одного человека, даже самого заядлого путешественника. Мне нравится ходить из Грузии, мне нравится ходить из России. Из Грузии, потому что там прекрасная природа, отличнейшая кухня и гостеприимнейшие люди, которые встречаются по всей программе, начиная от Тбилиси, заканчивая Степан Сминдой и даже на метеостанции ребят, которые там дежурят, я имею в виду местных. Если мы говорим о восхождении с севера, то это суровая природа северного Казбека, это горячие источники, это абсолютно дикая природа, и там, я не скажу, что вы встретите большое количество людей даже в летний период, даже в июле или августе, в отличие от южного маршрута. Поэтому какой маршрут выбрать, это решать вам. Но в любом случае, я уверен, что восхождение на Казбек вам очень-очень понравится. А в ясную погоду, особенно это касается осенних дней, видно на тысячи километров. Приезжайте к нам на Казбек.